Официально можно начать первый рейтинг стрим от меня. Да, скажем, да. Всем привет. Да, там и опять же говорится головой бетонную схему. Вот. Чем интересно. Сегодня я должен пройти по программам, то если я смогу разобраться со спектром, то возможно сегодня будет спектром. А если его не будет, значит не будет спектром, потому что не будет спектром. На самом деле, если так получится, что я не смогу настроить MS Spectrum, то просто поиграю только в Battle Racer, если какое-то время останется. Ну что ж, поехали. Сейчас работает просто. Нет, картинки опять-таки не работают. Я скачал новую версию, но не было.
Я могу. Возможно, потому что я на нем сижу. Это уже неплохая идея, правда? Я так и знал, что будет какой-то наркоманский стрим. Ну, потому что я сидел на микрофоне, и это, блин, не шутка. Не сидите на микрофонах, это плохо сказывается на качестве звука. Такой совет начинающим стримерам. Вот я про то же. Ну да, 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 именно оттуда. Хочешь? А не умри. И ты умри. Рыба неизвестного мне происхождения. Гребаная обезьяна! Ты кого ж не извиняешь? Я тупой, смиритесь с этим. Не знаю. У меня были предположения, но просто... Просто вот. Тем более это больше похоже на рыбу-рапиру.
длинная все-таки. Да, я ее научился на харде проходить, блин. Я так вам скажу на самом деле. До конца не проходил, так чуть-чуть так попроходил на самом деле. На самом деле на харде играть абсолютно то же самое, там никаких сильных различий нету. Да, сука! Дай мне мяч. Да еб... Давайте все-таки постараемся как-то без вот таких вот комментариев, типа, наловчился играть, а то есть вероятность, что я начну фейлить. Которая стремится к бесконечности. Да вообще падла та еще. Еще жвачку жрет скотин. А мне нельзя. Отдай жвачку. Сука! Как так? Пусть свои мечи заводят, мне мой нравится. Он прикольный. Он мячик. Ты иди сюда! Великий мечевор. Надо пить чай. Стоит ли говорить, что у меня сейчас во рту такое ощущение, что коты насрали? Не знаю, к чему это просто. Вы должны знать эту бесполезную информацию. А, ну, ребят, те, кто сидят в чате, это довольно бесполезный и глупый вопрос, но там сегодня лето, какие планы на лето, давайте колись. У меня, например, стримить игры, а у вас? Печально. Thank you.
Чуток чат вышел. А давайте попробуем. Ну, вроде так им должно быть адекватно. Хреново перезахватил чат просто. Сейчас я честно лень его перезахватывать. Эй! Дай обратно мяч. Мяч, жаба мне игрушка. Спасибо за подсказочку. Здорово, Slow Gamer. Все просто замечательно. У меня во рту, походу, насрали коты. Я играю в игру, которую, не знаю, прохожу миллионный раз и вот такие штуки. Твои как? Отвечает на самом деле. У него сегодня какие-то, возможно, дела, возможно, еще что-нибудь. Возможно, он спит после вчерашнего Ваниного стрима, я не знаю. Я попытался себе поискать напарников, но потом подумал, что за 10 минут я их не найду, короче, и забил на самом деле. Но если ты пришел ради него, то да, его не будет, все, можешь уходить. Не, вообще у него там, насколько я знаю, там курсачи и всякие такие штуки. Вот просто учебу свою добивает. Причем вчера, ну вот Ваня же стримил, он стрим. Он вообще хотел сам один постримить. Там думал, что РПГ, что не будет никому интересно. Такие дела. Ну, по крайней мере, я так это понял на самом деле, как он это объяснял, поэтому. Проблема.
всех неуязвимостей во всех играх, когда они заканчиваются, происходит всегда не вовремя. По этой, наверное, причине я и не звонил на ОГЦ, потому что утро все спят, и не хочу никого беспокоить. Нет, Вань, привет, ты ничего не пропустил на самом деле. Только пару минут настроек игры, и я прохожу эту игру. Причем, по-моему, даже ни одной жизни еще не слил. На самом деле хочется посмотреть, что я стою, будучи одиноким стримером. Могу ли я стримить и говорить, и играть одновременно? В защиту своего времени я скажу, что просто в данный конкретный момент мне хочется пока стримить в это время, потому что, ну, кому как, меня оно пока больше всего устраивает, за счет того, что, во-первых, меньше людей будет видеть мой позор, а во-вторых, пока по вечерам, там, часов 8-9, я обычно дофига занят. Вань, я тебе могу официально заверить, что это, по крайней мере, я почти всегда свободен, может быть, что он меня рассчитывает в первую очередь. И вообще, у нас будет отдельный филиал ГЦ с маджонгом и гейшами. Шахтах. Начиная с этого уровня, можно готовиться к тому, что я буду тратить очень много жизни. Потому что... Ну,
да, до сих пор не потратил ни одной жизни, и это вот на этих шахтах я до сих пор не могу подобрать подходящий стиль игры, потому что здесь ультимативные враги на самом деле это летучие мыши, потому что они летают по как восьмеркой. И в них просто тяжело попасть. Это единственная сложность этого уровня на самом деле. Я же говорю, что мыши ультимативные враги этой игры. Музыка такая замечательная. Ни разу не навевает мысли о суициде. Да твою ж мать. Давай бегом. Есть успел. Я потом поясню, почему есть успел. Если получится, на самом деле. Зависит от того, забью я сейчас быстро босса или нет. И пока это будет секретом. На самом деле, практически самый легкий босс игры. За счет того, что просто поймал тайминг, просто его забил как маленькую девочку. Да, успел. Добро пожаловать в бонус уровни. В этой игре есть бонус уровни. Здорово, правда? Чтобы их получить, надо уровень пройти то ли за 2 минуты, то ли того меньше, что-то в этом духе. И быстро босса забить. Да-да. Я уже могу гайды писать по этой игре. И по странному стечению обстоятельств, у меня почему-то никогда не получалось выбивать бонус уровни на любых уровнях, кроме на шахтах. Я не знаю почему. Так вот, есть желание мне это рассказать и объяснить. Почему именно так, а не как иначе. А Илья, к нему в последний момент пришли люди, и он не смог их выгнать. Он слишком он просто слаб духом, чтобы выгонять людей. Идите вы в жопу, летучие мыши. Да. Этой зоны я получу хилочку. Нет, твою ж налево, мать.
Я же говорю, что здесь потеряю жизнь. Ладно, если я буду хорошо играть, то я сейчас хреновую тучу наберу на самом деле. А потом все их потеряю на последнем боссе. Ха-ха, спойлер. Вот она, хилочка. Словно столько до нее я не добежал. Они, блин, издеваются, еще одна. Ничего нет, точно. Так, часы и пропасть. Взять часы, не упасть в пропасть. Mission complete. Умри. Умри. Жизни, которую я случайно не заметил, ладно. Да долбанная эта летучая тварь. А вот и босс. Не толкай это говно. Брось каху! Брось каху. Также скучно и однообразно. Все-таки создателям этой игры не хватало немножко фантазии, конечно, на боссов на самом деле. Здесь все боссы работают по принципу все точно так же, только с чем-нибудь другим. Либо врага кого-нибудь под босса поставить, либо что-то в этом духе. Больше никаких особых изменений нет. На самом деле довольно грустно. С другой стороны, слава богу, потому что некоторые паттерны фиг разгадаешь. А вот и жизнь. Thank you.
А что ж ты будешь делать? Еще одну жизнь добуду. Только ее не потерять в своем мгновении. Это ж я могу. Если хочешь, я могу тебе карту нарисовать. Ну и сыр, потому что я ж... Открою тебе страшную тайну, я эту игру, можно сказать, проходил очень давно. Как проходил? Я очень, очень далеко доходил в ней, примерно докуда же, докуда иду. Еще давно, когда... Не помню, в каком году, когда еще только-только эмуляторы. Только-только завезли эмуляторы. Нее, ты чё? В интернете это какой-то рандомный чувак красиво там рисовал, всякое такое. А я в тетрадке по клеточкам. И обязательно это будет еще таким образом, что... Она будет дико нечитаемая, еще будет сфотографирована на дешевый фотоаппарат. Ты чё это ж? Ты убьешь всю романтику. С другой стороны, я тебе открою страшную тайну, тебе, в принципе, назад возвращаться не нужно будет в игре практически. Их из нета нельзя, от меня можно. Не, на самом деле, если без шуток, то на самом деле тебе уже не нужно назад возвращаться вообще никаким предлогом, поэтому рисовать карту с возвращением назад тебе вообще смысла нет никакого. Ну, я рад за тебя, но только ты как бы скипнул там довольно большую часть игры на самом деле. Которая на самом деле не имеет, не делает никакого смысла, я тебе скажу. Блин. Ну, возможно. Не, ну если я буду делать это на стриме, это как бы там, по-моему, это не возбраняется на самом деле. Потом буду твоим компасом, куда тебе идти. Насколько далеко и как глубоко. Thank you.
Ну, фу, так неинтересно. В мануале полная карта и прохождение игры. И все. Обалденный босс. Вообще-то я нормально рисую, я просто пошутил, ты ехидна хренова. Все, я на тебя обиделся. Как меня назвал недавно один мой знакомый дождярых. И дальше матерное слово. Перефразируем как-нибудь на дождяру похучего. Ну ладно, чтоб созвучно было. Да ладно. Я его делал в 2 часа ночи. По-моему, сразу после... Нет, даже не в 2, не помню, когда у тебя стрим закончился. Я просто зашел и открыл этот гимп и просто начал заниматься всякой фигней, как обычно, в общем-то. Я как бы до сих пор не могу. Это уже так. Это уже мой стиль рисования в плохом настроении и с больными зубами. Да и так просто мне руки не доходят закончить нормальную картинку. Мне просто руки тупо не доходят. Она уже почти готова на самом деле. Я просто разрываюсь с тем, что я, блин, уже третий месяц делаю видос для группы, третий месяц делаю обзор и еще вот это вот все. Тем не менее, ну блин. Современное искусство, оно такое, оно все мазня. Я работаю над слишком большим количеством проектов, чтобы мне хватало свободного времени и желания делать что-то интересное, на самом деле.
Да, это типичная отговорка, но тем не менее. Она имеет место быть. Да ладно, что уж там. Когда я хочу делать серьезно, я делаю серьезно. Когда я делаю ради корки на по фану, я делаю по фану. С этим нужно жить. Нормально доделаю, тогда и будем судить. Сейчас это так. Картинка ради картинки. Ой. Обидеть художника может каждый. Нет, я же говорю, что я просто занимаюсь всякой фигнёй. Я это уже два раза сказал, вообще-то. Господи. Да, 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 два уровня осталось. Nope. Мне осталось, если быть точным, два уровня. Знаю, что он не читаем, но не он читаем. Смиряемся с этим. Я очень рад за тебя. Что могу тебе сказать? Oh,
просто баловался. Говорю, это несерьезно, это так просто. Потому что я для себя по большому счету фотошопы всякие только осваиваю, поэтому 90% того, что я там делаю, я балуюсь. Потому что у меня в ломы уже стало последние пару лет рисовать от руки. Вот сейчас. Да, я же тебе говорю, для себя все это делаю, поугарать, прикалываться. Да что такое? Ты всю жизнь потерял, что ли? Мои киши тут недружелюбные. Возможно, у нас слишком разные взгляды на мой конкретный стрим, судя по всему. Я уже понял, короче, суть диалога. Да ладно, пусть набрасываются. Я из тех людей, кто стримит, потому что хочется стримить, а не потому что там людей набирать и все такие штуки. Тут честно. И то, что там кого-то отталкивает, ну ладно, бывает. Все, я понял ваши все доводы, спасибо, я учту, может быть, а может быть и нет. Лучше я. Тем более, я не помню, чтобы в правилах стрима была такая вещь, как обязательно иметь какие-то чувства вкуса и прочие интересные не очень штуки. То, что я странное, по-моему, всех два раза предупреждал. На тебе. Что ты не убиваешься? Да умри! Ладно, хрен с тобой. Еще здесь жопа ждет.
коем случае не продвигать экран босса. Да умри ты в конце концов. Наконец-то. А вот сейчас будет минут 10 избиения этого босса. Про время я не соврал, это реально будет минут 10. Триггери атаку быстрее. Опа. Не. Опа. А, господи. Ну и же попало. Так, почему Кускара он? А, черт! Так, соберись, соберись. Еще раз походить в турнир, нет ни малейшего желания. Ну что ж такое-то? Ну не ходи ты рядом с платформой, а? Чтоб тебя! Терпеть не могу боссов вот таких вот, которых хрен когда ударишь. Да ё.
ебанул по боссу. Просто не получают урон. Ужасно бесит. Исторический момент. Да, сука, да, 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 да! Да, я прошел, да. Да. Спилен сотого раза. В общем, вот такие дела. Ладно. Одну секунду. Да, сейчас буду ролить. Поднастрою чуть-чуть сценку. Так, ну что ж, сейчас будем ролить следующую игру. Так, сейчас одну секунду, я зайду куда надо. Теперь, собственно. Да, сейчас, ребят. Во. Видим. The X Spectrum. Liter Computer People, Aliens, The Computer Game и Fighter Bomber. Ага. Отправить в конфу в скайпе. Есть. Ну что ж. Да, нижняя не влезла, сейчас я это исправлю. Сейчас перезахвачу. Сейчас, одну секунду. Сейчас перезахвачу. Вот. Не отправил в конфу. Здрасте, приехали. Вообще-то отправил. Внимательнее читайте конфу. Если у нас внезапно не появилась новая, о которой я не в курсе.
Вот. Ну, собственно, вот эти игры на спектруме. Да. Картинку новую искать лень. Значит так. Ну, как я уже говорил, если у меня есть 2 часа, поэтому если я за ближайшие полчасика не смогу настроить эмуляторы и вот такие вот штуки, ну, вы мне будете помогать, я надеюсь, то так и быть, поиграем в Battle Racers. А, да, надо же там вроде трансляцию перезапустить. Плохо. Так, вроде бы там надо, раз продолжаешь... Эй, скайп в жопу. Это, если буду продолжать стримить, надо сейчас же вроде перезапустить трансляцию. Я правильно помню? Алле, я слышу что-нибудь? Все отлично. Значит, я перезапускаюсь. Включусь почти сразу, далеко не...